родители-волшебники. У моего брата тоже есть волшебный дар, а у меня ничего. Мода на волшебство прошла. В моде технический прогресс. Жители города! Все, кто обладает магическими способностями, приглашаются в королевский дворец, чтобы показать свое искусство. Это обман. Король избавляется от волшебников. Их отправляют в Зазеркалье через волшебный портал. Мама, стойте! Вы глубоко в Зазеркалье. Должен быть способ выбраться отсюда. Лишь призрак снежной королевы в течение дня явиться может той, кем изгнан был. Иногда довериться бывшему врагу — единственный способ спастись. Ты — обычная девочка, которая может выбраться из любой ситуации, преодолеть любые трудности, и только ты можешь им всем помочь. Огонь! Нужно меня понять. Нам, обычным людям, всегда будет грозить опасность, пока волшебники живут среди нас. Есть тут кто-нибудь? Снежная королева? Вы тоже по объявлению? Не знал, что будет такой конкурс.